Здорово всем подозреваемым, и с вами, как всегда, Саня Слоун, и сегодня я хочу показать вам новый режим в Suspects Mystery Mansion, который называется «Липучка», и суть этого режима очень проста. Гости должны перемещаться только по стене, и если гость отодвинется от стены и убийца это увидит, он может убить этого гостя. Задача гостей — выиграть эту катку с помощью заданий. Мы не можем репортить трупы, убийцы не могут включать саботаж и ставить бомбы, они могут только преследовать нас по стенкам, либо как-то выманивать нас, когда мы выполняем задание, и таким образом убивать. В общем, этот видос получился максимально интересным, и если ты хочешь попасть в следующее видео, обязательно вступай в наш Дискорд, ссылка на который находится в описании к этому видео. Ну а ты, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Слоун. Ну а мы начинаем. Ну что, липучка вперед. Поехали. Так, два убийцы, сыщики, шмыщики. Ну, сыщику, походу, вообще идеально будет. О, да, и я сразу же убийца, щенята. Сейчас вам будет конец. Я буду сейчас всех гасить просто. Так, ну что ж. Теперь мы будем разваливать пьедестал. Так, я вам даю, короче, 5 секунд. 5 секунд тупо, вы можете успеть выполнить все задания, которые там самые сложные какие-то. После этого я просто нападаю на каждого, я бычара. Смотри, Орион, оп, не успеешь убежать. А, успел. А, блин, он стал под стенкой, видишь, мы не можем его убить сейчас под стеной. По лестнице, нет, там, если просто шел по лестнице, то да, можно крик убить. Но если идет по стеночке, вот так вот. Да-да-да, это ты правильно убил. Смотри, вот так вот по стене нельзя убить, короче. Вот так вот, когда бежишь, вот так вот нельзя его тронуть. Типа аккуратненько надо, чтобы не этот... Не запалить. Опа, он стоит под стеной, смотри. Шел в жопу, Саня. Ты заворожи. Мне не надо, зачем? Без саботажа. Ничего нам не даст этот саботаж тут, по сути. О, кириешка бежит, смотри, без стены. Не страшно, пошел в жопу. Так, погнали. Я их пока подстерегу, слышишь? Я подстерегу их. А, успел, успел. Успел убить Никса. Он стоял, следы делал. Смотри, видишь, он не под стенкой умер. Я ниндзя. Ага, я все равно тебя поймаю. Так, кого бы словить здесь? Не, это самый фановый режим, который только может быть. Так и называется. О, а кстати, кровать же не считается, ты в курсе? Чекай просто. Смотри, смотри, стоят под стеной тупо. А чё? А, Вэнси! Смотри, троллит меня, а, собака. А, Яра, ой, блин, Яра. Черт побери, я его прямо у стены убил. А как так получилось-то? Ладно, Яра, сорян. Это моя ошибка, я затупил. Ладно, я оставлю вас, щенки. А ну-ка, подожди-ка, я знаю, что делать. Надо обойти со всех сторон. Вот, блин, а куда? О, я знаю, тут тайное место одно. Давай. Следы же надо будет кому-то делать по-любому. А, я бегу с третьего этажа вниз. А, блин, смотри, заныкался, а? У стеночки. Ты кого-то грохнул уже? Нифига, я... О, есть! Без стенки бежит. Я случайно тоже убил. Пацана, который был у стены. Ну, погнали еще раз, дубль 2. В натуре! Давайте усложним задачу, типа, и не будем говорить, кто убил. Вы сами должны будете определить, кто это. Ну, я сейчас по-любому буду гостем, наверное, скорее всего. В натуре. Так будет еще интереснее играть, типа. Тогда вы будете бояться даже того, кто рядом. Могут, короче, бегать возле стен, чтобы... Да, чтобы без палева, тупо. Погнали, короче, все. Липучка без названия, кто убийца. Это еще круче будет. Полетели. Так, ну я, наконец-то, гость. А, хотя нет, я не гость. Интересно, они поверят или нет? Да! Так, ладно. Ну что, я буду отрубать микрофон специально, а то мне страшно. Надо вообще держаться от всех подальше, тупо. А я у стены. Это не считается. Я у стеночки... Да я у стеночки стою! Саня, это считается, что меня убили просто на книжке? На книжке, да, это ты не у стенки стоял. А прикол в том, что я у стенки стоял, и меня Бетси убила. В смысле? Это читерство, это все. Мы не потерпим читера в этой катке. Ну поехали, все. Поехали. О, нормально. Нормально! Кириешка сейчас такая, что ты орешь? Так, быстрее. У нас 10 секунд. Откат у убийц 10 секунд. Так, Кириешка не убийца, потому что она стоит вон, чинит что-то. А возможно и нет, кстати. Возможно, она халтурит. А ну, пошла отсюда. Где она? А! Да-да-да-да-да-да. Смотри. Это Кириешка. Полюбас. Смотри, она бегает. Почему он? Она пытается меня спалить, смотри, чтобы я отошел. От стенки. Ага. А я по стеночке бегаю, ни хрена. Смотри на нее. О, надо вызвать лифт. А чё это ты? Блин, ты меня зажала просто.
Так я не могу, мне страшно, блин. Как мне выполнить задание? А! Не поймаешь. Кириша, иди отсюда, блин. Что ты этот, убьешь меня сейчас? Смотри, а кто там в комнате сидит? Посмотри, кто в комнате. Ага. Посмотри, кто в комнате, байт. Да стой ты, блин. Ты как-то странно бегаешь. Тебя так или тебя убьют, или ты убийца. Как сложно делать задание. Да невозможно их делать. Да подожди, алло, меня просто стерегут, я не могу. Оп, и не успел. Оп, и не успел. Побежали. Стой, а пианино как пройти? Вот так вот. Ага, хрен тебе, блин. Это Яра может быть. Я не импостер, ты чё? Да-да-да-да-да-да. Чё ты такой уверенный бегает, смотри на него. А ну иди отсюда. Смотри на него, блин. Так, где Фоксик, я пойду лучше с другой стороны. Я манал. Так, все, я к стеночке прилёг. Саня как... лох. Ой-ой, я и перепутал. Так, подожди, стой. И как мне выполнить этот грёбаный термос? У меня еще задание с багажом. Как его выполнить? Смотри, берешь вот так вот делаешь. Ага, да-да-да-да-да. И все. Саня, Фоксик убийца. Ага, может быть, кстати, я не знаю. Он убил это. Я инспектор. Он инспектор, говорит. Блин, они пасут меня. Как мне теперь пройти это задание? Ладно, все, выполняю. Оп. Быстрее, выполняется, быстрей. А, Яра не убила меня. Ага, потому что ты вместе с ним. Да ладно. Потому что ты вместе с ним. Оп, оп. Не, шучка-убийца, я уверен. Ладно, я рискую, все. Конечно. Да нажмись на кнопку, конечно. Ты сраный баг! Уже двоих нету. Не, ну это быстро. Я вас всех убью. Все, мы уходим. А, так это может на туре мы тут мирные все. Ух ты, блин, Мелвин. Да ладно. Я вас убью всех. Быстрее перебегаем, блин. Не, нормально, он не запалит. Но тут хотя бы заданий не так много. Хоть какой. Ух, блин, а как мне эти отпечатки снять теперь? А, вот так вот. О, отпечатки можно снять нормально. Отпечаточки снимаются. Отпечатки вообще легко. Да-да-да, но только... У меня багаж, мне нужно багаж как-то собрать. А как это сделать? И плюс там еще за тумбой отпечатки, блин. Ём, ух ты, мило мертвый. Быстрее. Где здесь текстуры? А как мне... Это же стол! А стол не считается. Может, они этого не знают? Это ты? Там Фила убили. А там? Это что такое? Это такое? А как ты в стол залезла? Это Донна, это Донна. Нет, это не я, это не я. Это Донна по-любому. Там Фил валяется, откуда ты пришла. Нет, это Бобер, я уверен. А тут некуда убежать. Бобер у меня пожалел. Мне нужно квест с кофе сделать. А мне нужно квест... А ты можешь... Подожди, так как квест с кофе легко? Квест с кофе легко сделать. Да, там просто берешь, нажимаешь на кнопочку. Не багаж, я вообще блин, а там вообще одни текстуры, там нельзя, там нет стенок. А мне багаж надо, как мне багаж выполнить? Там я багаж сделал, меня Бобер не убил. Так это ты убийца, в смысле? Понял. Я убегаю от вас. У Бетси один килл? Это Бетси. Так, я буду выполнять задание. Это Бетси? Я пошел. Бетси один килл. А, все, это Бетси. Удачи. Давай. Так, полей, Фокси, короче, если, будет, если кто-то будет... А тут нельзя задание. А так это ж не стена. Алло. А, ой, текстуру, я тупой. Это текстура, надо... Я останусь вот здесь, получается. Быстрей, собака! Есть, успел. Так, погнали. На камерах мы не можем стоять. А, Фила убили еще. Фила, да, Фила грохнули. Шучка, аккуратно, мы проиграем, блин, мы проиграем. Если вы сейчас... этот Саня, нас не так... Саня, подойди сюда. Ага. Саня, иди сюда. Ага, конечно. Саня, шучка. Она убила на стене. Она, это щучка. Щучка убивает Яру, короче. Щучка убила Яру. Смотри, она подходит. Ох, мы бедный Яра. С Мелвином стоим просто, и она такая подбегает. Все, уходим. Оп, я сюда побегу. Прямо вот в это место. А, блин, а тут некуда сбежать. Я могу по кругу гонять. И как мне выполнить этот гребаный багаж? Кто скажет мне? Мы попробуем, рискнем, короче. У меня всего несколько секунд. Да нет! Это мне еще 5 минут его проходить. В стрессовых условиях невозможно этот гребаный багаж собрать. Вот сейчас на последний меня черканут полюбас. Заточкой просто. Единственный вопрос, где убийца пронес эту заточку? В отель. Все, последнее задание осталось. Последнее задание, и я свободен. Можно будет стоять, и меня уже никто не убьет. Мы победили эту катку! Вот так вот. Все, последнее. Давай, пофиг уже на эту стену, блин. Есть. Ух ты, блин, тут Оля мертвый. А, он, наверное, выполнял раскладку вещей. Поэтому его и грохнули. Но можно было аж под стеночкой как-то ее пройти. Так, надо спуститься вниз, посмотреть, что они там. Шо? А, ты по стене идешь. Естественно, а как ты думала?
Блин, Саня тут. Я все задания прошел уже, все. Я даже выполнил багаж. Я тоже все, там троих убили. У меня картина. Саня, пошли, давай, пошли. Идем на картину. Картина, спасешь меня. Я, если что, спасу кого-то. У них, у нее 10 секунд всего отката, 10 секунд. Картина! Она могла меня убить сейчас. Картина. Так это Дона с ней, походу. Да я не буду. У меня последний квест, это чемоданы. Мне пизда. Иди, 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 погнали, погнали, погнали. Я тебя сопровожу. Погнали, погнали. Погнали, за кусинки держись, аккуратно. Так, по стеночке. Тебе нравится мой прикид? Я как мужчина в парике хожу. В натуре, как гомо сапиенс. Я взяла мужик в парике, понимаешь? Не успела. Побежали, на первом побежали, давай. С клювом, да, какой-то? Это какой-то транс, я не знаю, или кто это? Пепельница! Как хорошо быть убийцей, как хорошо быть убийцей. А он теперь вот должен выполнить багаж. Иди к чемодану, иди к чемодану. Кто рискнет, кто рискнет? Стой, мастер, смотри, у тебя 20 секунд есть, чтобы закончить это задание. Сейчас я умираю, и потом, подожди, два убийцы же, ё-моё. Я все задания выполнил, это нормально. А мы не можем умереть, они выиграют тогда. Мастер, тебе конец, да. это не стенка там. И как мы теперь выполним это задание? Не знаю. Я багаж выполнил без проблем, пока вы там терли. Я тоже багаж выполнил. Давай в Вова поиграем. Вова, ты меня поймаешь? Быстрее, задание. Мелвина убили. Блин, надо было мне умереть. Держись. А он сейчас задание выполнит как раз вам быстро. Вам не проще убить? А, подожди, Мелвин не сделал багаж, да? Ну да, да ты его да. Раз... А это плохо, он теперь смотри. Я сделал. Все правильно. Все так правильно. Он сейчас мертвым выполнит, все, мы выиграли. Да, мы выиграли. Главное, чтобы... Где он второй убийца, уважаемый? Где он? А он, наверное, в люке сидит, ты испугался. Бобер? Ух ты! Бобер, куда ты делся? А, Фокси! Блин, тут прям... Блин, надо быстрее. Ну, быстрее, Мелвин. Ну, блин, щучка, пойди сделай хоть кофейку нам, блин, пока. А тут что мы тут стоим, у нас не кофе? Ничего нет. Это, блин, капец. У кого? У кого? Мне нужно будет перед Ярой извиниться. Бедный Яра. Да, ты его у стенки убил. Есть! Ладно, мы выполнили все задания. Подожди, а мы выполнили задание или они... Спасибо, что убили возле стенки. Ра, я делал секвест. Какой уже третий раз? Не, ну эта катка прям топовая была, прям. Шикардос. В общем, если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на этот радостный колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну и конечно же, в настройках игры вводи самый топовый код автора Sloan. Ну а с вами, как всегда, был Саня Sloan. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.